Еще раз здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я написал вам, что заходить сначала внизу надо написать, что я свободен или нет. Но я слушаю, что хотел? Да я хотел у вас спросить, вот, когда мы завтра с вами встретимся, вот я подумал, ну, можно ли к вам приехать, посмотреть кошек там, голубей там, посмотреть, вот. Можно. Все такое. Можно, посмотрим. Можно, да? Да. Сначала мы там... Да, я уже все знаю, где... Так. Мы сначала там у нас побудем, а когда уже все закончится занятие, то потому что я-то занят буду. Так на будущее знаю. Отдельно не заходить, только когда дам разрешение. Потому что у меня тут, ну, другие встречи. Я внизу-то написал, когда? Внизу написать. Ну, допустим, через неделю, не раньше. Если я свободный, я скажу, заходи. Значит, заходить надо сразу. Сейчас вот, отец-то где? Ну, да. Просто... Угу. Где он, отец-то? Каникулы просто. А отец где сейчас ваш? А вот он. Здесь я, здесь. Значит, так, такое, здесь. Такое дело, я сейчас посмотрел. У вас это что, телефон или что? С чего вы пишете-то? Разговаривайте. Это телефон. Это телефон, телефон, смартфон вот, это. На телефоне, вы лицо искаженное все. Это скайп так искажает, скайп. Скайп искажает, скайп. Вот когда в скайпе на обыкновенный, допустим, на компьютер, то нормально. А в автозаписи... Ну, понятно, понятно. В автозаписи. Мы сейчас судили, какой мне поставить. У меня двойная запись идет. Вот в автозаписи лицо сильно искажено, но речь лучше слышится. Но Володя говорит, лучше-то пусть похоже, чтобы лицо нормально было. Ну, телефон у нас вроде, как сказать вам, хороший телефон это очень. Это может, сейчас мы отрегулируем какие-то там настройки. А вы в скайпе с кем-нибудь разговаривали по телефону? Нет. Нет. Вот. А эта автозапись искажает так. Искажает лицо искривленное, вот так вот. А сын говорит мне завтра... Ну-ну. А сын мне говорит это, может, это завтра я... Гости схожу, Игнатий Тихонович, говорю, я говорю, как ты можешь сходить? Надо спросить разрешение. Правильно. Позвони, ты позвони, узнай, да. Говорю, ладно, говорю, хорошо. Ой, сейчас он смотрит ваши всегда, голубей смотрит, это кошек смотрит, палю там. Я покажу, покажу ему всех кошек. А. Но когда заходить, заранее написать надо, свободно я или нет. У меня сейчас встреча назначена, я не могу принять. А он сразу раз и зашел. Ну, вы еще мало знакомы, на будущее знаете. Я же скинул вам сначала написать, и не раньше, чем через неделю. У меня часы расписаны. Я очень занят. Хорошо, хорошо. Ну, сейчас я туда выставлю этот, который у нас на стационаре записан. Вот здесь сейчас ужатие идет. Но лицо будет нормально. Но на будущем автозапись лицо искаженное дает, сильно при том. Искривленная. Хорошо, хорошо. Я думаю... Так, что? Игнатий Тихонович, я думаю, что, наверное, завтра мы увидим, наверное, в Ютубе нашу это, видеозапись. Да, да, я на ночь заряжу. К утру будет видно уже. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Завтра увидимся, в общем. Да, во славу Божию. Храни вас Господь. Все, пока. Сегодня 30-е... 31-е. Завтра 1 апреля будет. Марта. Завтра 1 апреля будет. Да-да-да, 2018 год. Да-да-да, с Богом. С Богом, спасибо. Всего-всего хорошего.